У нас є така добра традиція на кожне свято загадувати бажання. І найцікавіше те, що деякі з цих бажань виконуються. Мене звуть Оксана Клочко-Макаренко, і я хочу поговорити з вами сьогодні про самовиконуване пророцтво. Як оправдуються наші ожидання? Данный эффект называется эффектом Пигмалиона или эффектом Розенталя. И заключается он в том, что когда человек убежден в действительности какой-то информации, он непроизвольно, подсознательно действует таким образом, что его убеждение находит фактическое подтверждение. Эффект Розенталя был выявлен в процессе эксперимента доктора Розенталя, который, значит, сделал следующее. Он в начале учебного года пришел в один из классов и случайным образом выбрал несколько человек из учеников и сказал учителю, что именно эти дети, они обладают большим потенциалом, и даже если до этого они себя не проявили, то в будущем обязательно покажут достойные результаты. По итогу в процессе анонимного тестирования оказалось, что эти дети действительно показали больше результаты, чем показывали до этого, то есть каким-то образом ожидание учителя передалось им, и они смогли себя проявить таким образом. Данный эффект можно наблюдать, например, на работе, когда работодатель ожидает от каких-то своих подчиненных выдающихся результатов, и именно эти люди оправдывают его ожидания. И наоборот, те подчиненные, которые, на которых как бы уже поставили крест, или которые сами на себя поставили крест и уже ничего от себя не ждут, они, ну, и работают соответственно. В нашей повседневной жизни мы можем также видеть подобный эффект, когда мы уверены в том, что, например, какой-то человек нам симпатизирует. Мы подсознательно ведем себя немножечко иначе. С ним мы более мягкие, мы реже идем на конфликт, на какие-то конфронтации, больше соглашаемся с ним. И заведомое ожидание того, что этот человек к нам хорошо расположен, дает большую вероятность того, что в дальнейшем отношения с этим человеком у нас сложатся. Если же у нас есть какое-то убеждение касаемо того, что этот человек не очень нами доволен и не заинтересован в отношениях с нами, то, скорее всего, и в будущем отношения не получится. Что касается наших ожиданий от будущего, если мы позитивно смотрим свое будущее, свое завтра, если мы убеждены, что, например, Вселенная идет нам навстречу, что все, что не случается, все к лучшему, что какие бы проблемы ни происходили в нашей жизни, обязательно будет какое-то подспорье, придет какая-то помощь. В общем, так или иначе ситуация вывернется таким образом, что мы сможем выйти из нее с наименьшими потерями. Если эта внутренняя убежденность и доверие к миру у нас есть, то велика вероятность того, что у вас обязательно все получится. И какие бы сложные ситуации на вашем пути ни встречались, вы с ними справитесь. Если же у вас есть убежденность в том, что мир не очень к вам расположен, что на вашем пути так или иначе будут постоянно появляться какие-то препятствия, что вас окружают люди, которым больше везет, у которых лучше стартовые условия, что если что-то хорошее происходит, то это обязательно закончится, то, скорее всего, именно такое подтверждение в вашей жизни вы и будете получать. Понимаете, это точно так же, как относиться к какому-то событию, давать оценку какому-то событию, которое просто происходит. Ну, например, на улице идет дождь. Он просто идет, это от вас никак не зависит. Но в зависимости от вашей внутренней позиции вы можете оценить это событие по-разному. Кто-то скажет: ой, как здорово, дождик польет огурчики. А кто-то скажет: вот, пошел дождь, и теперь я не могу пойти на улицу и, там, не знаю, покататься на велосипеде, в общем, сделать то, что я запланировал. То есть мы, как бы, имея какую-то установку внутреннюю, мы постоянно ищем подтверждение этой установки. Зная о таком эффекте нашей психики, мы можем, как бы, немножечко управлять своей жизнью. То есть, когда мы ожидаем какого-то замечательного события в своей жизни, мы на него ориентируемся, мы ориентируемся на будущий позитив, и так или иначе мы подстраиваем события в своей жизни под этот результат. И когда мы загадываем какое-то желание на свой день рождения или на Новый год, или на какой-то другой праздник, мы как бы всю свою энергию концентрируем на этом приятном событии, которого мы хотим. И пусть оно произойдет
не в этот загаданный период, например, не за год, а за какой-то более долгий срок, потому что, ну, цели у нас у всех разные. Возможно, для того, чтобы достичь какой-то большой глобальной цели, к которой вы стремитесь, вам понадобится пройти еще какое-то количество промежуточных шагов, маленьких подцелей таких достичь. Но вероятность того, что вы все-таки достигнете этого результата, она достаточно велика. То есть это вот про то самое позитивное мышление, да, и про ту целеустремленность, которая является очень важным, значимым вектором и дает нам внутреннюю мотивацию, которая позволяет достигать каких-то вот планов, целей, достигать каких-то результатов, которые нам хотелось бы. Также эффект Пигмалиона может помогать нам в развитии отношений с партнером. Когда мы концентрируем свое внимание не на недостатках человека, не на каких-то недоработках, не на тех моментах, которые не соответствуют нашим ожиданиям, а на том, что в человеке хорошего и позитивно. Когда мы подкрепляем его позитивные какие-то поведенческие моменты, какие-то черты характера, которые нам дороги, которые нам нравятся, мы тем самым как бы стимулируем человека к тому, что он тоже становится лучше, и мы становимся лучше вместе с ним. Я желаю вам научиться находить позитив в любых ситуациях, которые бы ни случались в вашей жизни, всегда сохранять гармонию и веру в светлое будущее. И помните, что никогда не поздно стать тем, кем ты всегда мечтал.